Всем привет, ребят, меня зовут Вова, вы на канале One Pro Gamer, и сегодня мы будем играть в первую версию мороженщика. Давайте начинать. Давайте поставим нормал. И начнем нашу игру. Так, находим веревку. Быстро. Или не быстро, сейчас посмотрим, как она будет. Да, не особо быстро получилось, но ничего страшного. Так, эту сценку мы знаем. Так, вот рот. Да, что-то ты такой... Не настроение сегодня. А. Ты мне карту дашь поставить? Или нет? Так, погнали. Погнали сейчас в гараж. Так, ну как-то не сильно удобно. Вообще. Да, рот. Давай чуть побегаем. Да. Такой шустрый вообще. Вообще красава. Спортом занимается, ребят. Каким спортом занимается рот, напишите в комментариях. Итак. Так, ну в принципе вроде все. Так, кафетерия. Ага, рот вон аж где. Ладно, сейчас кинем канистру. Может, она услышит. Да, у нее услышал, вот уже бежит. Ну не бежит, а идет. Ага, он нас увидел. Самый последний момент, по-моему, да? Ну ничего. Так, вот код есть. Мне интересно, куда рот пойдет сейчас, наверное, сюда. Не, он пошел дальше. На самом деле это хорошо. Мы приоткроем это. Так, отсюда мы ее не заберем, наверное, да? Так, Энтони. Так, вот здесь будет Энтони. Ладно, сейчас надо будет рода призвать сюда. Скорее всего. Где он там? А, вон он нас. Где? Ну иди сюда. Красавчик. Да тут я. Надоело. Давай, рот, еще вот здесь поднимаем. Еще вокруг тачки. Так, ну, вон опять он. Ну не дает покоя реально. Потому что либо он здесь. Так, ладно. На плейграунд летим. Сейчас.
Будем брать пистолет. Ну, наверное, рода мы грохнем сначала. Скорее всего. Знать хоть бы, где он находится, чтобы, знаете, как из-за угла вот так не вылез. А вон, по-моему, нет. Да. Не, отсюда я, конечно, не попаду. Но отсюда попасть могу. Да, и у нас есть минута, чтобы поделать, скажем так, вещи. Во-первых, берем масло. Потом еще канистру. Нам надо будет ее взять. Возможно, еще один раз рода грохнем. Посмотрим сейчас, как будем успевать. Так, это мы сделали. Теперь нам нужно взять канистру. Набираем сейчас бензин и надеемся, что рот по этой трубе не полезет, потому что будет, ну скажем так, тупичок, потому что здесь, ну да, он уже все, он уже по звуку слышим, что где-то ходит, поэтому это неприятно. Хоть бы, знаете, вот сейчас вот мы сейчас лезем, он такой, такой: здорово, ребят, я тут в гости. Так, либо хоть бы тут. Ух ты ж. Вау. Ну это просто фантастика, ребят. Да, рот. Ну давай. Что мне с тобой еще остается делать? Давай. Воу. Ну как так? Ха-ха. Весело с ним, конечно, ребят, скажите. Ну просто вылитый мороженщик. Честно, задолбал меня сейчас будем. Скажем так, берем пистолет. Потому что, вот честно, вот вообще нежданчик был вот, полностью. Я немножко в шоке был. Где он там? Иди сюда. Что скажешь насчет этого, ребята? Вот. Рот что-то... Да иди сюда уже. Все, ребят, порядок. Да. Так, ну что ж, теперь нам нужно, помешало бы взять офисный ключ. Будет сейчас сложновато. Надеюсь, мы сейчас что-то найдем. Да, вот. Так, надеюсь, что рот еще не сильно проснулся. Теперь ищем. Это, мне кажется, ну как она называется, ну рубашка, короче говоря. Скорее всего, она будет на корабле. Да, она на корабле. Так, и теперь я не знаю. Сейчас будем высматривать рода, поскольку он, скорее всего, уже проснулся. Давайте его призовем, что ли.
Да, он уже ожил. А, вон ходит, по-моему, да, ребят? Мы только что его увидели. Да, сейчас будешь тут. Да, вот. Вот он, вот он. Где там он? Ух ты он. Прям так перелазит. Да, рот. Засек ты все-таки, да? Вау, вау, вау. Что это за трюки? Чисто. Дружище, ну... Прям... Ну, мне прям интересно стало. Давай. Прощай. Так, ну что ж. Мы свое задание сделали. Рот позади. И остается что? Остается паркинг, по-моему, даже. Остается у нас паркинг. Да, сейчас осторожно выходим. Поскольку он может быть сразу по левую сторону. Либо где-то. Либо где-то здесь. Так, ну стопудово он сюда, да, вот он выходит. Так, ну со второго раза получилось, конечно, но что-то не по-снайперски сегодня это все. Так, сейчас берем ключ наверх. Так, у нас там был Энтони, насколько я помню. Вроде как. Разворачиваемся. Ну, сейчас мы его можем встретиться. Вот он. А, здорово. И до свидания. О, здоров. Не дашь ты, конечно, покоя. Будем тебя... Где это там? Я тебе даже дверь открыл. Пошли. Да, как неплохо мы его, конечно, настреляли, как вы видите. Теперь на паркинг. Так, где он сейчас?
ну, призываем. Ну, где-то что ли наверху ходят. Как-то понять не могу. А нет, все-таки здесь. Все-таки здесь. Так, где тут наш storage gate? Да, едем теперь наверх. Где там рот? О, вот он как раз вовремя. Ну что, ребят, финальная тема. Да, не повезло тебе, дружище. Ну извини, мне нужно спасать этого молодого человека. Ну, скажем так, за 17 минут это все и сделали. Можно, конечно, было побыстрее, если где-то рисковать. Но, скажем так, было весело. Ну, мне лично было очень весело с этим родом гонять. Много он мне неприятностей сегодня сделал. И надеюсь, что вам тоже было интересно. Так, ну что ж. В принципе, миссия выполнена. Самое главное, что блендер на месте. Да, ребят, всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.